данных видео вы видите часть турецко-сирийской границы. Хотя никаких фактических данных, район, высота, скорость объекта в воздухе Анкара народного не было. То есть все объективные данные об этом якобы инциденте на самом деле существуют только в фантазиях авторов этого вброса. Что турецкие вооруженные силы осуществляют обстрел приграничных сирийских населенных пунктов из крупнокалиберных артиллерийских систем. Ждем такой же скорой реакции на и объяснение этих действий турецких вооруженных сил от представителей НАТО и Пентагона.